Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости международного валютного рынка от компании InstaForex. С вами я, Екатерина Недачина. Британский фунт постепенно восстанавливает свои позиции на валютном рынке, отыгрывая свое недавнее падение в паре с американским долларом. Благодаря активным покупкам быков, курс фунта стерлингов максимально приблизился к отметке в 1 доллар 67 центов США. По прогнозам лучшего аналитика 2013 года, по версии трейдеров компании InstaForex Максима Магдалинина, фунт способен способен подняться еще выше, к 1 доллару 67,8 и может даже и 67,16 центов США за один британский фунт. Восходящему движению валютные валютной пары способствуют и фундаментальные данные. Только вчера стало известно о значительных улучшениях в ключевом секторе британской экономики в сфере услуг. Согласно исследованиям, проведенными экспертами Британской конфедерации промышленников, подобающее большинство компаний, формирующих сектор услуг в Великобритании, гостиницы, бары, бухгалтерские компании планируют в течение текущего года нарастить штат. Это значит, что постепенно решается не только насущная проблема с безработицей в стране, но и ускорятся темпы экономического роста. Пожалуй, единственное, что портит макроэкономическую картину Великобритании, это слабость внутреннего спроса. Сегодня Британская конфедерация промышленников уже опубликовала данные с расчетом розничных продаж за февраль месяц. В соответствии с предоставленной информацией ожидается, что официальные данные окажутся довольно сильными. Рассчитываемые Показатель в феврале поднялся с 14 до 37 пунктов, хотя большинство аналитиков предвидело рост лишь до 15 пунктов. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией InstaForex и увидимся завтра.